Да. Сергей Михайлович, вопрос следующий. То, что началось строительство на единственном футбольном поле, да, в городе, вот это, собственно, местным жителям, в принципе, горожанам не нравится. Да, по документам, насколько мы выяснили, все официально, все легально. Но вопрос в том, что людям больше просто негде заниматься спортом на бесплатной основе. И нужно найти какой-то консенсус. Мы проговорили, что лишать населения спортивной площадки нельзя. При том, что вы понимаете, да, что вот это поле не является сегодня ни стадионом, ни спортивной площадкой, вообще ничем не является. Но мы хотим, чтобы у этого поля появился вид разрешенного использования как спортивный объект. Значит, давайте я вам просто расскажу, к чему мы пришли, а дальше вы будете это все обсуждать. Значит, на сегодняшний день представителям застройщика у нас есть договоренности о том, что помимо участка, на котором планируется храм-часовня, остается у нас больше гектара земли, который позволяет построить спортивное поле. И мы договорились с людьми, что они на этом поле, мало того, что его благоустроят, еще и поставят раздевалки, туалеты, трибуны. И рядом и Люди, давайте не перебивать, дайте все же договорить, а потом вопросы. Давайте мы по-другому поступим. Значит, на сегодняшний день этот участок не разграничен. Мы сформируем участок и нарисуем то, что мы планируем сделать на этом поле. И принесем, и покажем вам, и дадим на обсуждение эту картину.